Всем добрый день! Сегодня мой отзыв о твороге торговой марки Простоквашино. Вот такая упаковочка. Упаковка мягкая. Здесь 320 грамм. И стоит это удовольствие 705 тенге. Творог 2% жирности. Рассыпчатый. Здесь написан состав, я чуть позже прочитаю. Упаковка мягкая, открывается здесь. Сейчас посмотрим, что там за творог. Сразу чувствуется такой кислый запах творога. Посмотрим, какой он на вкус. Творог действительно рассыпчатый. 2% жирности – это не жирный творог. Поэтому понравится тем, кто старается есть менее жирную пищу. Сейчас попробую. Да, творог рассыпчатый, кисловатый, сухой. Сейчас я попробую его со сметаной. Люблю творог со сметаной и сахаром. Есть творог, который при разминании становится как творожная масса. Здесь этого не происходит, потому что творог сухой, такой суховатый. Очень вкусный, несмотря на то, что он кисловатый, но с сахаром и со сметаной получается очень вкусно. Нет никаких посторонних привкусов и запаха такого постороннего. Пахнет именно творогом. Так, состав: молоко нормализованное, закваска молочнокислых микроорганизмов, молоко свертывающий ферментный препарат животного происхождения. Количество молочнокислых микроорганизмов не менее 1 на 10 в 6 кое. Так, ну вот так вот, как видите, ничего такого, ни сухого молока, ни всяких жиров здесь нет, только закваска, молоко и молокосвертывающий ферментный препарат. Изготовитель молочной горки Беларусь. Если мой отзыв вам пригодился, буду признательна за лайк, подписку на мой канал. До новых встреч!